1 августа по 15 ноября 2022 года проводился конкурс среди библиотек районов и городов Курской области на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей и организаторов выборов. Победителем конкурса признан культурный центр семейного чтения и досуга имени Петра Алексеевича Михина, БУК ЦСБ города Курска, с работой «Ваш голос нужен России». Жюри было отмечено, что в конкурсной работе максимально полно отражены направления деятельности учреждения, касающиеся правового просвещения в рамках избирательной кампании 2022 года.